Саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества сегодня стартуют в Уфе, центр столицы Башкортостан. С рабочим визитом в этот российский регион направился президент Белоруссии. Планируется, что Александр Лукашенко встретится с руководителями стран, входящих в БРИКС, с лидерами приглашенных государств и обсудит наиболее актуальные вопросы мировой политики, экономики и финансовой сферы. Также президент Беларуси проведет ряд двусторонних переговоров. Сейчас Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества имеет статус партнера по диалогу. Но в ближайшее время наша страна рассчитывает сменить статус на наблюдателя.